Всем привет, с вами Арсений, магазин Tucamp, и видеообзор вот такого вот столика для лодки ПВХ. Столик у нас фиксируется на системе креплений электрос, вот, и свободно может перемещаться вдоль борта лодки. Размеры верхней части столика у нас 30 на 16. В этом столике особенного то, что у него есть удобное отделение для аккумулятора. Аккумулятор используется для монитора эхолота. Вот. Высота у нас получается данного отделения 19 сантиметров, ширина 20,5 сантиметров, нижняя планка шириной у нас 7 сантиметров. Но за счет того, что у нас борт лодки потом уходит сюда, данное расстояние у нас порядка свободно получается под аккумулятор порядка 9 сантиметров. Сверху можно установить сам монитор эхолота, и останется место для различных прибамбасов, таких, например, как коробочка для снастей мелких и прочего. Данная модель у нас выполнена из влагостойкой финской фанеры. Верх у нас толщиной 19 мм. Боковина у нас толщиной 12 мм. Вот. Все остальные части также 9 мм. Все срезы у нас пройдены влагостойкой, влагоотталкивающей пропиткой от лодки. Вот, в принципе, и весь столик. Вот, в следующем видео мы покажем, как данный столик у нас устанавливается на лодку ПВХ. Видео будет небольшим, коротеньким, просто обзорным, что оно там есть на самом деле, и оно хорошо подходит. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наши новые видео, оставляйте комментарии, рекомендуем.